Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Эксклюзив» на канале Best Android. Рассмотрим сегодня модельку телефона, называется Rado. То есть это известный швейцарский бренд часов, который выпустил линейку телефонов, и вот китайцы запустили копию этих телефонов. Приходят они вот в таких коробках, то есть такая позолоченная красивая коробочка. Это чехол. Снимаем, открываем саму коробку. Вот, то есть здесь сразу телефон. Телефон рассмотрим попозже немного. Давайте посмотрим на комплектацию. Удобная коробка открывается. И здесь сразу вот можно высыпать. Очень богатая комплектация. Очень много всего. Начнем с книжки. Книжка на китайском языке и на английском. Ну, здесь инструкция по настройке, по менюшке, по навигации. То есть, если интересно, можно почитать. В принципе, телефон очень простой сам по себе, внутренней составляющей его, поэтому инструкция не обязательна. Зарядка вот такого вот формата. То есть с USB входом подключается к USB кабелю. Вставляется в сеть, и телефон здесь стандартный для китайских телефонов разъем microUSB. Батарейка. Батарейка обычная нокиевская. Маркировка BL4CV. 800 миллиампер, ну, обычная батарейка, то есть два дня держать она будет точно. А китайские наушники, вот обычные тоже наушники, ничего особенного, пластмассовые. Есть кнопка принятия и отклонения вызова. Идет тряпочка вот такая вот беленькая. Шелковая тряпочка, чтобы протирать телефон, потому что он, ну, очень маркий. И чехол. Чехол тоже такой обыкновенный. Вот, откроем, покажу. Бархатный чехол такой красивый. То есть очень стильный. Все по комплектации все. Давайте рассмотрим сам телефон. Приходят они к нам в двух цветах. Золотой и темная сталь. Вот, то есть внешний вид, но на любителя, кому больше золото нравится, кому больше металл. 3D вставка. Очень красиво, очень интересно они сделали. Если вот так вот наклонить, то прям переливается 3D все. Все красиво так. То есть неплохой телефон на подарок. Полностью металлический корпус, такой тяжеленький, то есть хорошо лежит в руке. На задней панели здесь отверстие камеры, логотип Rado, отверстие для динамика. По бокам вот такие болтики, то есть очень красиво смотрится. То есть это все металл. Поэтому очень надежный телефон, хорошая сборка, крепкий. То есть здесь стекло защитное. Тоже, в принципе, устойчив к царапинам. Так, ну давайте посмотрим, что там под крышкой. То есть открывается вот так механизм легко. Здесь есть кнопочка, на нее нажимаете, и крышка откидывается. Снимаем батарейку. Здесь у нас всяческие маркировки. Разъем для сим-карты. Здесь одна сим-карта. Ну, в премиум телефоны они вообще все как бы идут с одной сим-картой. Это стандарт. То есть на две сим-карты это уже, ну, признак дешевизны, я считаю.
Вот, давайте включим телефон. Чтобы включить телефон, нужно зажать кнопку, ну и подержать так секунд 7, наверное. Вот, он начал загораться. Автономный режим без сим-карты. Заставочка Rado. Вот такие вот часики здесь фирменные Rado. То есть неплохая стилизация меню. Хорошая прошивка, то есть прошиваем их уже здесь в Украине, в нашей компании. Это наши мастера уже переводят, то есть все вручную. Так, что здесь есть? Книга контактов на 1000 номеров, всяческие настройки профилей, настройка телефонов, безопасность, журнал звонков, календарь, сообщения, приложения. То есть здесь уже встроенная флеш-карта. Ну и здесь можно закачивать мелодии, фотографии, видео. То есть все, что нужно. Java игры. Калькулятор, камера. Камера здесь 1,3 мегапикселя. То есть неплохая камера для такого телефона. Видеоплеер, аудиоплеер, диктофон, FM-радио. Будильник. Ну, в общем, стандартная менюшка для премиум телефона. Ничего лишнего и все, что нужно. То есть мировое время, Bluetooth. Вот, давайте послушаем звук. Здесь производители закачали сразу стандартные мелодии. Они все такие классического направления. То есть давайте послушаем. То есть все мелодии такие классические, то есть, ну, неплохо смотрится в таком телефоне. Громкость звонка настраивается, то есть на самом деле звонок здесь очень громкий. Вот, телефон хорошо ловит связь и в помещении, и на улице. Хорошо держит батарейку в режиме активных разговоров, это до 2 суток, то есть 1,5 суток мы тестировали, он точно держит. Так, ну, кнопки здесь очень удобные, то есть нажимать очень удобно, такие приятные, удобный джойстик. То есть телефон для того, чтобы звонить, и такой стилизированный, имиджевый. То есть если вам нравится металлический корпус, стеклянное обрамление, зеркальные такие вставочки, 3D мозаика, то этот телефон для вас. В принципе, цена его низкая, 1000 гривен всего. Вот. В принципе, все по этим телефонам. Мобильные телефоны предоставлены сайтом virtumobile.com.ua. Подписывайтесь на наш канал Mr. Best Android. Следите за новостями, за новыми видео. В принципе, все. До свидания.